И всем привет, любители конкурсов от группы ВКонтакте. Мы для вас начинаем трансляцию. Спасибо, Голда, как всегда, по средам. Ну, а комментировать этот замечательный конкурс будут ваши, наверное, постоянные пока комментаторы. Сегодня компания Кирилл 132. Да, Ваня, привет, привет нашему оператору Секонду, в общем-то, и зрителям. Карта у нас Эспланада. Много золотых ящиков, незнакомые мне никнеймы за красных, да и за синих мало известные. Можно представить составчики, начиная с игроков. Это Матвей Богус, Змей, Резмей, Сказочник из Райска. Не понимаю зачем, Клейм Рок, Леня Мал, Бэмби, ЗКДшники, Бак, Дебек, Wake Up, Фризи Геймс и все. Бэмби взял 2 золотых ящика, Клейм Рок 4, Сказочник из Райска 3, Змей 1 и Buy Skill from Skill еще один. Клейм Рок взял 5 золотых ящиков. Ну, можно выходить его. Ну, да, в принципе. Спасибо, кто смотрел. Вот, в общем-то, буду сидеть в чате, отвечать на ваши вопросы, задавать вам вопросы, наверное, я не знаю. Я еще подумаю на самом деле. Кстати, Киря, где мой кристалл за вопрос? А сейчас я посмотрю. Еще Бэк взял один золотой ящик. А состав тех, кто будет защищать 2-3 голда наверху. Представлю я. Это Бэмби, Матвей... Оп, стоп. Эвент 14, Пламенная, Эсперант, Молин, Руш, Хомяк, Ноу Хелп, Кристиан Диор, Мисс Этернити, Акробат, Фантастика, Кот Смайл и Дрим. Какие ребята будут у нас за синюю команду? Круто. А кто там должен был? У тебя Кробник, да? Если ты Кроб, то вообще-то тебе пришли кристаллы. Надо меня тут загонять в ступор, Фаер. Если твой не Кроб, то тебе пришли кристаллы. Так что вот так. Привет, Кирилл, Ваня. Здорово, китайские буквы Широ. Широ. И тебе привет. А если у кого малый ранг? Ну, не знаю тогда. Осталось 2 золотых ящика всего. В целом, я буду не против, если быстро это все закончится. Да, в принципе, я тоже. Где ссылка была? Ссылка была в группе официальной от ТО. vk.com/танкионлайн. Ну, мы же сказали. Я же в самом начале сказал, что это конкурс от группы ВКонтакте. Так что все конкурсы от группы ВК проводятся в группе ВК. Как вот. Понравится девушке? Ну, так-то... То, что меня спросили, это нормально. Я не знаю, как я понравился Секонду, который мне постоянно признается в любви. Вот, Секундоша наш оператор. Но... А если про девушку, ну блин, кроме Сэнгода никак не могу другого представить. Ну вот, если про девушку, то я не знаю, там, комплименты, удивляю чем-то. Я могу рассказать, как мальчику понравится. Вот как тебе понравился Сэнгод? А сейчас скажу, он, короче, такой наивный, знаешь, это так мило. Он еще такой вот. Ну такой непонятный такой весь, знаешь, он так оп, а вроде и не оп. Очень мило, это такое, знаешь. Только я это вообще не заметил, словно не было. Ну, тебе пришло 5000, так что я тоже не заметил, если мне пришло 5000. Поэтому тут я не виноват. Ла-ла-ла-ла. Когда будет розыгрыш промокодов? По окончанию конкурса. Ой, кто это мне написал? Ого, вот. С какого ранга? С самого небывалого. Как вам сказать, с какого ранга? Ну, ребята. Ребят, ну что вы начинаете? Правда, что? Что хочется еще сказать? Вы кого обсуждаете? Бег.
наших кумиров. Да, на секунду, да, засмещали. Он тут покраснел уже, понятное дело. Да, конечно, что тут? Ну, во-первых, можно зайти сюда? Можно, конечно, ясненько, но мне еще нужно 25к, да, вопрос. Да не, типа, не. Вот, у нас осталось там сколько? Два голда, да? Один под этой башней и один справа от этой башни. В общем-то, ждем, пока ребята прорвутся. Могу я пока что чатик опять почитать. Почему бы и Привет нет? тебе, Орхидея. Кстати, надо еще 5 зрителей, чтобы мы сильный промокод разыграли. Старайтесь немножко. До 150. Ну, не можешь зайти. Лев, конечно. Кого мы еще можем обсуждать? Зайдите в группу ВК и найдите там ссылку. Зачем секонд вам будет скидывать ее в наш чат? Вы, если будете просить у нас ссылку в чате, вы никогда не попадете на SpaceyGo. Ссылку надо сразу же хватать в группе ВК, официально танков онлайн. Иначе это не имеет смысла, товарищи. Тун-тун-тун. Ну, не... вот, 150 зрителей, отлично. Промо будет только в розыгрыше по форме. 3 плюс 1 мы пока разыграем. Может, будет 200 зрителей. Что делать, чтобы получить кристалл? Играть в танки. Да. Да. Заходишь в битву такой. Бам! Бам! Бум! Бля, и все. Даже за последнее место получишь один кристаллик. Я проверил. Я играл. Ребята, ну подскажите быстренько, давайте, подскажите быстренько мультик, где есть корова. Любое вот название мультика, где есть корова. Ой, я... Ну такая, типа, в главной роли. В Потому главной что, роли? да, какой-то мультик, Знаешь, знаешь, я скажу. корова-мальчик, у него эти, как его, как эти Да, называются, которые... да, да. Это из такой мультик, короче, там бык такой, бык-вожак, короче, фермы. Да, и это мальчик, Да. типа, и у него... А вымя, воя, а че у мальчика вымя, я не могу понять. У него не было там вымя, у него В было вот смысле, у это. него вымя? Ты перепутал это с другой части тела. Это вымя? Что делать, чтобы не получить вторую вечку перед соло громом? Не общаться в чате танков с... Ну, в общем, не общаться. У тебя была овечка? Здорово, Виталий. А чё свиньи общаться? Не бей копытом, точняк, брат. А, рога и копы... Вот, рога и копыта. Или да. Как там? Простоквашино. Не, не простоквашино. 33 коровы, тоже не то. Рогина Простоквашино. копыта... Рогина... Та копыта. Роги та А, копыта. во. А, кстати, бык Фердинанд тоже, да. Реально, бык Фердинанд тоже подходит, реально. Это правда. Погнали смотреть этот мультик. Давай смотри, давай смотри. Мне нравится мультик Муму Буренка Даша. Это я понимаю мультик. Муму, Буренка, Даша. А как там? Кто там еще? Рога и копыта, да? Да. Бык Фердинанд. Вот, рога и копыта это называется. Все, я вспомнил. Так у тебя не вечка, у тебя всего бан на 6 месяцев. Какая вечка? Да. Здорово, не совсем одна. Не совсем одна. Совсем одна. В Ютубе она не совсем одна, а в танках она совсем одна. Бывает. Чё-то странно. Киря добыла, но теперь еще одна есть. А, я... Ты опять вечку получил? Да. А когда ты успел? Я только сегодня с тобой переписывался. Буквально час назад, полтора. Вот и сосиска. Буренка Даша, это топовый мультик. Рога и копыта — это сериал. В смысле, сериал, мультик, да? Это мультик. Я что-то знаю про быка Фердинанда, вот, по-моему. Не, Буренка Даша. Это такое, ну, мультик основывается в основном на одном. Ты бык подходит такой, муму, а она ему Буренка Даша.
Ну вот, «Рога и Рога и копыта», копыта, комедия, комедия, мультипликация. мультипликация. Чего вы мне говорите, что это сериал? Где хотя Сериал? бы в одном я написал, был сериал? Да. Какая разница? Промокоды на экране будут? Не будут. А подарочек отправишь? Не, отправлю. Я могу отправить. Какой хотите подарок? Красивый или не очень? Кулы... А, когда промокоды на 10 контейнеров? Ну где 5 каток на танк? Ой, никогда. А вы Никогда, брат. читеры? Да ты даже не представляешь, какие. Мне выдали промо, но там по 10 припасов. Это маловато. Так-то. Ну, в смысле, нормально. Ты понарил. А вот, точно, я так и думал, кто мне бан на неделю дал, точнее, дала. О, баранчик Шон, это вообще тупой мультик. Ребята, назовите мультик там, где корова летает. И свинья. И еще кто-то. Не, я знаю, приключения Джеки Чана. Я помню, там свинью какой-то амулет засунули, и она летала. В общем-то, ребят, назовите мультик там, где летает корова, свинья и еще кто-то. Кирилл, Иван, привет. Привет, Иван, Индиго, Кирилл. Мне выдали у промо усилия, но как бы один контейнер. Усиленный промокод норма? Да, мы же тебе говорили. Вообще... Да, все, мотоцикл проехал. Да, мы же вообще-то и озвучивали, что в усиленном промокоде либо один контейнер, либо 5 золотых ящиков. Если учесть, что с одного контейнера может выпасть краска за 1500 рублей, то это нормально. Или 1 миллион кристаллов, то есть о чем речь вообще? Летающие звери, сейчас проверим. Я вам отвечаю, приключения Джеки Чана. А ну-ка. А, похоже. Только там слон, походу, летает. Я могу отправить. Нет, не буду. Я говорил, я не знаю. Вы меня не слушаете, типа. Меня вообще очень часто не слушают. Я такой обидчивый. А потом вы задаете по 500 вопросов по поводу промокодов, Черной пятницы и прочих. Ой-ой-ой, прорываются красные, Бэмби влетает под эту эспланаду, берет кто-то голд или нет. Да, Клэм Рок забирает 6-й золотой ящик. Уй, прорываются дальше, они едут толпой на бедную мисс Этернити, она своим рикошетом бам-бам-бам, но... Райт, и Ну, подожди, она тут еще еще есть немножко. Матвей! Нет! Ну почему тут еще, хотя хомяк за Ой-ой-ой, синих, за но он мог КДшник. забрать бы. Где он? Ой-ой-ой. Ива. Вот это было круто. Подарите краску тигр. Нет. Подарите краску тигр. Ты не Кто тигр. забрал? А, Фризи Геймс забрал год. Красавчик, мы его Е-е-е! поздравляем. Красиво! Кто? А Фризи Гейм? У. А где Фризи Да, Гейм? забрал и скинул. Ау. Нормал дядя Голд. А, прикинь, походу Голд в углу А кто такой вона. Фризи Гейм? А кто такой? А, о. Бэмби, смотри, Бэмби. Эмби видит цель, не видит препятствий. А, О, вот, господи. малыши и летающие звери он называется. Все. Так, все, я выхожу с этой карты. Ты уверен, вдруг тут сейчас будут голдопад контейнера? Ну и ладно. Кому он нужен? Найс, nice, бабам. Промокод фа удайте, вроде бы ему кто-то 100 штук задержал. Что? Ребята, что по вопросам? Где вопросы? Почему вопросов нету? Давайте, ребята, вопросы. Кто задаст самый крутой вопрос, тот что-то получит. Нет. Где они? Не, это не крутой вопрос. Иди круто. Давайте все, в общем, вливаем. Подарите синий шар, слабо? Да, слабо. Мне не слабо. Давай, Ваня, подари. Я ему дарить не буду. Вот, Ваня отмазался, как надо. Что значит слабо? А если я не хочу?
Пробой это когда... Ладно, не буду рассказывать. Это история не для этого стрима. Где же эти? Какой сейчас год? 2018, если ты не знал. Вот это я люблю. Ой, как пошел провокация. Провокация. Как стать админом? Ну, никак пока что. Почему вы Анастасия это фильм. записываете? Да. Анастасия фильма. Ну, потому что мы четкие. Почему розыгрыша нет? Потому что он потом будет. Вот именно. О. Матвей Кулягин жестко. Как тебе Гринал? Да, что-то такое. Да. Как это в рэпе Ларина? Вы вообще кем ли являетесь? Есть любимая плюшевая игрушка? Помню, не Нет. помню. У меня есть живая игрушка. Собакен, который там валяется сейчас. Какой самый первый праздник в танках онлайн? Они отмечали день, когда у них впервые не было лага. Вопрос, где промокод на 10 контейнеров из татки X? У танков X. Сколько у тебя детей? Ну, у меня сын, ему 3 года. Как ходить с веселым лицом в этой стране? Смотря в какой стране, на самом деле. В Америке можно ходить с любым лицом. Но как бы ты веселым точно не будешь. Что круче, фриз или огонек? Фриз, конечно же. Почему голды стали падать без спада быстрее? Потому что сократили время с 20 вроде бы, или с 15 до 10. А, с 30 даже? Нифига себе. Ты крутой, не крутой. Как пса зовут? Пса зовут. Это, скорее всего, псина она, Джесси. А я бы Собакен не игрушка. В смысле, как это? знаешь, как я бы назвал собаку? Как? Ну ладно, это расистская шутка, не буду ее. Банан? Нет. Ты женщина? Нет. Сколько можно будет поиграть того на телефоне? А, скоро можно будет. Ну, как только я выдаду, так сразу. Ой, выведу, так сразу. И можно будет. Боже, какие же странные вопросы. Знаешь, во, я бы назвал свою собаку Трампом и отправил бы ее защищать границу с Мексикой. Как Можно тебе было. А что такое? там до сих пор сидят на карте? А что там происходит, Сэган? Секонд там что-то снимает еще. Голды падают. Если я зайду за синих, меня никаких надо. Ты не зайдешь туда. Вань, попробуй зайти. Не, не хочу. А, не, не хочу. Вопрос, кто кросс, Ваня или Кирилл? Оба. Мне кажется, секонд. Секонд вообще молодец.